Присаживайтесь. Вообще-то не могу. Я сделала операцию пару недель назад в Бразилии. Она называется бразильская попка. Я знаю, это глупо, но я всегда была недовольна своей фигурой. Я пробовала все: диеты, спорт, тренажеры. Но мне 33 года, и когда я смотрю в зеркало, я все еще слышу, как одноклассники обзывают меня котлеткой, губкой Бобом. Вы не должны оправдываться ни перед кем из врачей. Я здесь, чтобы помочь. Место операции инфицировано, множественные абсцессы. Пересадка жира в ягодице не так проста, на ней лучше не экономить. Она поехала в Бразилию не ради экономии, а чтобы ее же друзья не смеялись над ней. Не надо было вообще ехать, все нормально с ее фигурой. С твоими волосами тоже все хорошо.